Здорово, Николай. Привет. Как дела? Все нормально пока. Ну, давай. Раиса, видишь, лев поссорился с крокодилом. Началась у них драка. Кто из них победит, как ты считаешь? Отстань, наконечников. Мне некогда. Я в гастроном тороплюсь. А что там дают? Не знаю, дают что-то. Галина звонила, после обеда дефицит выбросит. А-а-а. Ну иди, раз дефицит. А что твоему поклоннику сказать, если придет? Скажи, в гастроном пошла. Угу. Миша, Раиса Петровна здесь? В гастроном пошла. Николай Иванович, Николай Иванович. Вот представьте себе, лев поссорился с крокодилом. Началась у них битва. Кто из них победит, как вы считаете? А это о чем? Ну, лев поссорился с крокодилом. Началась у них драка. Кто из них победит, лев или крокодил? Лев. Лев? Лев. Однако победил крокодил. Будем бриться? Нет, освежиться. А, прошу. О, глазки. Лев — это фигура, царь зверей. Согласен, Николай Иванович, согласен. Лев — царь зверей, однако победил крокодил. А? Куда же мне теперь? Такому молодому. Как куда? К дамам, Николай Иванович? А то куда? А что? Я еще могу спеть, сплясать. А вот резюме... Прибедняетесь, ой, прибедняетесь. Женщинам об этом ни слова, и Раисе Петровне ни гу-гу. Военная тайна. Могила. Так ты говоришь, она в гастрономе? Там. Угу. А здесь кто-нибудь еще, кроме вас, есть? Здесь? Как видите? Когда? Сегодня. Невозможно. Завтра. Ничего не выйдет. Прошу вас, четверг. Навряд ли. Скорее всего, что нет. Неужели вы меня не узнали? Первый раз вижу. Да, но я провожала вас до гостиницы. Меня всегда кто-нибудь провожает. Вы меня поблагодарили? Ну, мало ли что, еще. Я человек вежливый, понимаете? Вы мне комплимент сделали. Вы сказали, что я похожа на... Софи Лорен. Да. Ладно, я вас узнал. Узнал, но это ничего не меняет. Ну ладно, позвоню.
Звоните в среду. Но учтите, я вам ничего не обещаю. Хорошо. У меня люди на люстрах висят. Хорошо, хорошо, я понимаю вас. Угу. Большое вам спасибо. Благодарю вас. Большое спасибо. А может быть, завтра? Шеф, вы свободны? Бриться, шеф. Что такое, шеф? Почему вы так на меня смотрите, а? Слушай, парень, ты кто такой? А ты не узнаешь? Ну, а так? Не узнаешь? Ну, слава богу, встретил нормального человека. Ну, будем знакомы. Эдуардов, Вадим. Наконечников? Да. Ну, будем бриться? Будем. Слушай, ты в своем уме, парень? Или нет? А что такое, а? Ты соображаешь, что ты делаешь? Такая женщина к тебе, а ты? Ну, это ты преувеличиваешь. Она женщина обыкновенная. Она обыкновенная? Ну, ты даешь. Смотри, пробросаешься. А, надоели. Это еще ничего, скромное. Ты и других не видел. Такие экземпляры попадаются. Да? Хищницы. Когда-нибудь разорвут меня на куски. Нет, а кто ты? Серьезно? Ну, ты хорошо сохранился, раз не знаешь Вадима Эдуардова. Ну, где ты работаешь? Космонавт, что ли? Росконцерт. Слыхал такую организацию? А, артист, что ли? Ну вот, сообразительности вам не откажешь. Ну и кого ты, допустим, изображаешь? Никого. Я пою. Арии поешь? Песни. Песни и все? Ну, песни я тоже пою. А как зарабатываешь? Неплохо. Сотни три имеешь? Имею. А может и четыре? А может и четыре. А может и больше? А может и больше. А долго учился? А я вообще не учился. Как это? Да так, талант, говорят. Смотри, а я полгода. Слушай, а как его определяют? Талант. Вот кто определяет? Кто-кто? Специалисты. А ты специалист? Специалист. Вот ты мне спой что-нибудь, я тебе скажу, есть у тебя талант или нет. Нет, ты серьезно? Серьезно. Ты же сам сказал, что поешь. Ну? Вот и спой что-нибудь. А я послушаю и скажу. По аэродрому лайнер пробежал, как по судьбе. И осталась в небе чистая полоска, светлая, как память о тебе. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Ну как? Давно в парикмахерской? 3 года. 6-й разряд. Будем откровенны. Ага. Голоса у тебя нет. Нет. Ясно. Что ясно-то? Голоса у тебя нет, но на эстраде он мне всегда нужен. Держаться-то не умеешь. Но это не беда. Твои манеры можно выдать за непосредственность. А непосредственность твоя сильная сторона. Твой, так сказать, шарм. Спасибо. И как раз на это ты мог бы рассчитывать.
Если бы у тебя было хоть немного слуха. А без слуха нельзя. Нельзя. Слушай, а давай я спляшу, станцую. Ну, давай. Значит, ты еще и танцуешь. Замечательно. Неужели этот дылда сказала им, что я здесь? Черт. Закрыто, закрыто! Все, все! Вадим, выходи! Закрыто все! Ну, спасибо, брат. Выручил. Давай, 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 давай. А что, станцевать? Ну, это уж твое дело. Выбирай по вкусу. Танго. О, вкус у тебя не испорчен. Давай. Ла-л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 а-
Ну что ж, танцуешь ты совсем неплохо, своеобразно, но для узкого круга. Боюсь, что широкая публика тебя не поймет. Где что? Одышка? Пожалуй, это мы с тобой. Зря затеяли. Похоже, этим нужно заниматься систематически. С самого детства. Так что время, можно сказать, упущено. На. Чем тебе помочь, даже не знаю. Спортивную карьеру ты, считай, тоже уже прозевал? Слушай, а может тебе литературой заняться, а? Чем? Ну, ты стихи-то писал. А, да было дело. Так что-то написал один раз, к празднику. К празднику? Ну что ж, направление у тебя здоровое. К празднику это не каждый может. Точно, тебе литературой надо заниматься. Да что уж. У меня всего 7 классов. Неважно, даже наоборот, пойдешь от жизни. Ну, со стихами сейчас непросто, поэтов тьма. Ты можешь не выдержать конкуренции. Так, роман тебе не по зубам, прямо скажем. Что там у нас остается? Драматургия. А что? Пожалуй, идея, а? Что ты на это скажешь? Драматургия? А что это такое? Привет. Ты хоть в театре был? Был. Постановку видел. Не помню, какую. Что такое постановка? Ну, хорошо. Ты артистов на сцене видел? Что они там делают? Ходят, разговаривают. Один все молчал, а потом говорит, дальше так жить нельзя. Мы, говорит, не люди, а тушканчики. Скучно, говорит. Я, говорит, вас всех в тюрьму пересажу. И сам с вами сяду. Так, это драма. Так вот. А другую видел, так там все больше смехом. Я мужик веселый. Жену, конечно, вы у меня отбили. Сына, конечно, тоже увели. Есть у вас и другие недостатки. Но это, говорит, все в прошлом. Но в целом, говорит, вы все же люди неплохие. Поэтому будем веселиться. А это комедия. И придумал все это, и сочинил пьесу. Автор, писатель. Он же драматург. Понятно тебе? А чего тут непонятно? Ну вот, пробуй. А вдруг талант? А как писать пьесы-то? Здравствуйте. Приехали. Берешь бумагу, ручку, садишься. Теперь название. Дальше. Действующие лица. И пошел. Пишешь. Катя. Ставишь точку, потом, что это Катя говорит. Потом Петя. Снова точка. И что этот Петя Катя отвечает? Например.
Катя, Петь, ты куда собрался? Петя, до свидания, дорогая Катя, я уезжаю. Катя, как так, Петя? Ты уезжаешь, а как же я? Разве ты меня не любишь? Ну, это все, понял. А Петя отвечает, я тебя люблю, но у меня уже билет в кармане. Ну, понял. Да? И пошел дальше. Послушай, а как за это платят? Платят хорошо. Кроме того, слава, почет, уважение. Но предупреждаю, написать полдела. Главное пробиться. Тут тебе не повредили бы связи, знакомства. Да у меня есть знакомый в театре. Парикмахер? Директор. Он у меня третий год бреется. Ну, для начала совсем неплохо. Ну, желаю тебе. Ага. Дерзай. Спасибо. Миша. Что вам угодно? Мы с Раисой Петровной сегодня... Пить с вами я не буду. Автограф, может быть, дам. Цветы. Спасибо. А победить мог и лев. Что это с ним? Не знаю. С утра нормальный был. Ой, Мишка, привет. Как Катя? Катя очень хорошо. Бумага есть? Есть. На. Еще две пачки. А зачем тебе столько? И карандаши. Пьесу пишу. Ой. Ой. Сейчас я вам заверну. О чем пьеса? А? Такси!
Такси!